Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео я вам покажу, как правильно выезжать из-за поворота, поскольку безопасность и безопасное нанесение урона – это одно из важнейших для того, чтобы у вас был высокий результат в бою. Для того, чтобы тащить бой, у вас все время должно быть достаточно очков прочности для того, чтобы это делать, поскольку если вы при первом же выезде будете ногами вперед выезжать, там же на повороте на этом оставаться и умирать, то никакой бой вы не затащите. И самое главное, что нужно делать в игре, помимо того, что думать про тактику и знать, куда ехать, смотреть на карту, прострелы там искать, знать и уметь их быстро самому находить, даже если вы их не знали, то еще очень важно, после того, как вы приехали куда-то по тактике, вы не просто должны приехать, вы должны еще в ближнем бою один на один или даже один против нескольких врагов уметь всех победить, всех убить. Как это делать? Делается это путем того, что вы наказываете врага каждый раз, когда они на перезарядке, либо когда они ошиблись, неправильно выехали, подставили катки, либо еще что-нибудь. В общем, мы их наказываем при любой возможности. Если враги на перезарядке, мы их наказываем. Наказываем столько раз, сколько позволяет перезарядка нашего орудия, пока враги находятся на КД. Таким образом, мы побеждаем каждого, кого встретим в том месте, куда мы приехали по своей тактике, которую мы придумали заранее. И заранее приехали туда, где мы можем безопасно убивать и наказывать врагов. Это может быть и ближний бой, это может быть средняя дистанция и дальняя, смотря на каком танке мы играем и какую роль в бою по своей тактике мы исполняем. Если какой-то фланг прорвали, нам нужно ехать его защищать, либо ехать продавливать другое направление, либо сдерживать где-то натиск врагов. Все зависит от ситуации в бою и карты, и вашего танка. Если где-то есть безопасная возможность всех убивать, мы едем туда и уже там начинаем применять наши умения, которые мы почерпнем из этого видео. А как, куда ехать и почему ехать вперед либо назад по какому-то флангу и как действовать в бою, вы можете узнать из других видео. Здесь мы будем смотреть чисто, как работать на углу дома. Еще можно играть от холмиков, от рельефа, ну иногда приходится и в чистом поле рамбовать, если нас где-то застали врасплох. Но это уже другая история. В этом видео чисто игра от угла дома. Во-первых, прежде чем куда-то ехать, мы должны все в голове обдумать, куда мы едем, зачем и что нас там ждет, чтобы не было каких-нибудь неприятных ситуаций и мы не заехали в ловушку врагов, которую уже сами и создадим для себя, если заедем в перекрестный. Для этого нам нужно проанализировать карту, подъехать к врагам, и уже заранее на углу дома мы должны понимать, как мы будем стоять, потому что нам нужно приехать к дому уже в правильном расположении своего корпуса перед домом, так чтобы враги видели только те места, которые они не могут пробить. Если вы будете приезжать к дому и потом начинать ворочаться, это займет много времени, это будет неудобно. И возможно, пока вы будете ворочаться, вы где-нибудь совершите ошибку, что-нибудь подставите, и вас могут разобрать. Поэтому нужно заранее понимать, как ваш танк должен располагаться. Ваш танк должен быть продолжением укрытия. Он не должен быть куском неведомо чего, стоящим раздельно от дома. Вы должны быть одним целым. Вы должны продолжать линию дома, не подставлять НЛД и танковать той частью танка, которая у вас крепкая. В этом бою мы видим, что я играю на Кэрварнан, тяжелый танк 8 уровня, британский, у которого в корпусе брони нету. Но это мне не мешает танковать гусеницей, которую я врагу и подставляю. Враги стреляют мне вдоль борта, вдоль гусеницы. Таким образом, они меня не пробивают, поскольку очень острый угол и снаряды летят вскользь. Либо вообще не цепляя корпус, вылетают сквозь гусеницу сзади меня и мне урон невозможно нанести. Но для этого мне понадобилось заранее поставить правильную линию вдоль дома
по отношению к врагам. И таким способом можно танковать даже на ватном танке, а на бронированном тем более. Если посмотреть со стороны врагов, то они все время должны видеть неудобную для себя цель. И при этом, когда враги КД, мы всегда должны их наказывать. Просто танкуя врагов, вы их никогда не победите, их нужно еще и убивать. А для этого нужно безопасно выезжать и наказывать врагов. Если у нас пушка, которая играется от альфы с долгим КД, то мы выезжаем по своей перезарядке. И единственное, чего мы можем бояться, что враги поедут на нас кучей, и пока у нас долгая КД, они нас задавят. Об этом тоже нужно помнить. А если у нас пушка ДПМная с быстрым КД, то мы должны наказывать намного чаще. Но опять же думать, сколько секунд КД у врага. В принципе, ничего сложного здесь нету. Самое главное — наносить безопасно урон. А для этого нужно не только в кустах стоять, но и уметь правильно танковать даже на ватных танках. Для этого врагу должно быть максимально неудобно стрелять по нашему танчику. Позволяем себе выезжать из-за поворота только в тот момент, когда все враги на перезарядке, и наказываем их. Также еще в этом бою с левой стороны от меня был Охо. Поэтому я и занял такую позицию, так чтобы враги выезжали на меня и подставлялись в перекрестный. То есть я туда не просто так приехал, а заранее по карте все видел и представлял, что будет происходить на той позиции. И еще перед этим, как туда подъехать, я понял, что там возможно бодаться с врагами после того, как мы расчистили угол карты, из которого мне могли накидывать в борт. Но поскольку мы там убили врагов, то часть города стала безопасной в плане того, что с края карты мне никто не будет прокидывать в город. Быть статистом довольно-таки с одной стороны и легко, и с другой стороны вы перед этим должны много усилий приложить к тому, чтобы правильно понимать карту, уметь находить прострелы на ходу очень быстро, подстраиваться на своем танке под любую ситуацию мгновенно и уметь находить укрытия и правильно ими пользоваться буквально на ходу. С вами был Варчик, играть красиво, пока!